отреставрировано все. Ух ты, обалдеть. И почему я сюда не заходил? Все время на улице встречался. Очень красиво. Очень впечатлительно. Единственное, вход от надо обходить. Ресторан, музей. Пенсионеры. Здоровьем пришли в парк. Волга-Волга. Инфофлот. Круизный центр. Есть ли на личные трамвайчики билеты? На причале? Нет, каюты семейные, да, если с детьми. На причале. Очень красиво. Так. Волга-Волга, туалеты, ресторан. Побежался по речному вокзалу, остался очень довольным, поскольку очень много здесь изменилось, плюсиков таких. Прекрасно можно здесь покататься, заниматься здоровьем, познакомиться.
значится. Стихотворение Пушкина. Ну вот, поехали дальше.